Попасть на территорию подразделения ОМОН просто так невозможно. Свои двери силовики открывают посетителям только в особые дни. Сегодня один из таких. Сотрудники ОМОН решили провести урок мужества для школьников. Уникальная возможность познакомиться с техникой вооружения и узнать много интересного о боях была предоставлена учащимся 8-й гимназии. Сначала 8 и 10-классникам показали военную технику – «Тигр» и БТРы и «Шторм». Ребятам рассказали не только о технических параметрах этих огромных машин, но и как они ведут себя на поле боя. Та пушечка сверху, которая на расстоянии 30-50 метров человека сбивает с ног, и он так плавно летит несколько метров. Внизу стоит тоже большое, видите, там стоит лопата, и внизу стоит такая же большая пушка водяная. Она тоже достаточно мощная. После небольшой экскурсии по территории подразделения школьники отправились в класс. Только по сравнению со школьным, внутри все по-военному. Вместо учебников на столах разложены автоматы, пулеметы, винтовки, пистолеты и муляжи взрывных устройств. А роль учителя исполняет старший оружейный инженер, который рассказал много интересных фактов о военных действиях и уникальности каждого из оружий. В нашей ситуации, нынешней геополитической ситуации и политической ситуации, урок мужества не просто важен, он необходим именно для того, чтобы детям внушить не просто уважение к полиции, уважение к армии, а дать им понимание того, чем они занимаются и как они защищают именно их жизнь сейчас, в данный момент, и на каком острие, так скажем, они находятся, любые полицейские, не только наши специальные подразделения. Интерес к военной технике и оружию проявили не только мальчики. Девочки тоже остались под впечатлением после такого урока. Мы безумно рады, что нам предоставилась такая возможность увидеть это все воочию, а также познакомиться с людьми, которые принимают непосредственное участие на передовой линии. Следующий урок мужества подразделения ОМОН пройдет в начале ноября. Он будет приурочен к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. Воспитанникам военно-подразделения патриотического клуба силовики не только расскажут о вооружении, но и проведут мастер-классы по боевым приемам и технике работы на высоте. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.